Всем привет! У нас пятница, Сережка дома, так и непривычненько. Я уже с утра дела поделала, поехала в школу учительницу с днем рождения, поздравила с комитетом родительским. Вот, с Сережей в магазин зашли, скупились. Ой-ой-ой, протекло, Сереж. Надо их перекладывать. Вот, скупились, мы в гости сегодня едем. Сейчас сварим картошечку. Апельсины с собой, бананы с собой, нарезку с собой. Так, картошку сварить, зелень. Все, это все обратно можно. Да, в 3 часа за нами заедут на машине. И мы поедем без машины, можно пьянствовать. Безобразие хулиганить, да. Вот, будем гуляться, едем в частный дом стейки жарить. Отдыхать, гулять, а завтра поедем в деревню, да, наверное? Угу. Или посмотрим. Серик карасиков ест. Так. Вот такие дела. А там, может быть, Вика нас заберет нашей машиной. Посмотрим. Может, на такси. А Назар спит до сих пор, да? Надо его будить, Сереж. У него график вообще сбился. До обеда спит, а ночью не уложишь. Сейчас пойду разбужу. Так, сейчас посмотрю, где мои мальчики. Где мои мальчишки? Где-то Сережка Назара забрал. Боже, что наводила порядок на балконе, что не наводила. Посмотрите, уже все накидано. Ага. Ой, что-то там копошатся возле машины. Сигнал делают. У нас нету. Бивикалка не работает. А Сережка Назара приобщает к таким всяким ремонтам, делам. И они вдвоем делают. Погодка. Так себе. Мои ремонтники вернулись. Ничего не отремонтировали. То, что называется, Акила промахнулся. Намучались, да, с Назаром? Ага. Ну, зато он знает принцип работы клаксона. Да? Ну, сам прикол, взяли длинный провод. Ага. И от аккумулятора проверили каждый клаксон, машина пибикает, и громко так. Да? Аж поет, бедная. Ну, 12 лет молчит машина. Ну, понятно. Вот. А получается, делали эту же систему от контактов на руле, нифига. Молчит. То есть где-то разрыв в проводке. А, понятно. Надо электрика или хотя бы вот этот щуп. А что ты такой грустненький, сынулька? Шо? Не знаю, чем заняться еще. Ой ты, Господи. У меня, считаю, уже все, выходной. Полноценный почти. Да. Ну, завтра не выходной, конечно. 2 часа, через час нас заберут. Но да. У нас остался ровно час, что будем делать? А ну, думайте. Танцевать. Хардбас. Ай, Господи, господа, а я предлагаю в это воскресенье выйти покататься на лодке. Ух ты. Я соглашаюсь. Я уже соглашаюсь. Открывается сезон навигационный, и параллельно открывается рыбалка. В этом году у нас на раньше запрет пришел, и раньше у нас... Ну, весна теплая была. Ну, ранняя, в смысле. Ну, рыба фактически сейчас уже без икры идет. Ну, а да. Мало того еще, когда выходишь к берегу, вот это вот такое вот, не знаю, как это назвать, головастиков этих, ну, кишит все просто. О, много она нарестилась. Ну дай бог, дай бог. Господи, напугал. И что мне понравилось в этом году, не было сброса воды. То есть вода постепенно прибавляется. Сброса резкого нету такого. Что ты мечешься? На что мне делать? Не знаю, пойди вот. Погуляй. Да там некому. А, поешь, кстати, да. Там картошка и курица. Давай, завтракай, бегом. Ай, слушай. Что? Что не так? Мама приготовила курицу. Курицу? Да. Есть курица, есть у курица, есть на курица, есть перекурица. Да, папа, что такое? Ну, что мама готовит, то мы и едим. Так и сегодня Назаршка горнюни, то ли выспался, то ли не пойму. Хорошо. То ли меня папа только что умыл. Чем умыл? Что это? Ты что, брызгаешься там? Нет, она не работает. Пап, ты его выключил. А, я выключил.
Гоняйлы. Ты с ума сошел? Ты меня обрызгал, Сережа. Оно на двух положениях закрыто, а на одном просто дальше. Что за влажная уборка? Назар, не надо стены. Ты что, с ума сошел? Молодец. Сейчас выкину. Иди вытирай давай. Красавчик. Да, папа. Пап, хорош брызгаться, я уже мокрая. И, ну ты вообще больной, блин. Что? Не тебе говорю, папа. Что? Сразу. Брызгает на меня, Сережа. Чокнутый какой. Сейчас два пистолета. Застрелили, все. Да, да, получай. Война водой. Ага, у меня есть броня. Положи зелень. И, кнопка, это святое, положи. Назар. Чур меня, чур. Я вас прибью. Чур меня, чур. Хвори бить, люди. Ебать, тебе приснится мыша. Сейчас велосипед сбросите. Ну вот это нормальное вообще? Вы нормальные? Уборка в полете. Ой, господи. Вытирайте. Замочили кнопочку. Сумасшедший дом. Так, за нами уже приехали. Сумочки наши вот собраны. А вот Сергея Викторовича я поднять не могу. Кстати, мусор тоже надо вынести. Заодно. Я пошла, Сережа. Шустрая я, да. Да, я уже бегу. Обуваемся. Рубашки берешь? Давай возьмем, наверное. Не так, знаю. Я нормально кожа. В принципе, мы же машиной назад, если что, Вика нас приедет, заберет. Или я на такси. Не, беру, да. Не бери. Так, от машины. Погнали. Ой, ну да. Документы и ключи я оставляем для Вики. Рубашку чтобы она могла берешь? Поехать. Рубашки берем. Бери рубашки. Бери. Мусор берем. Все, берем. Все. Тогда у меня такой вопрос. Нахрена мне кожанку одевать, если я могу сейчас машины туда, машины обратно? Да хай будут. Ничего лишнее не будет. Да. Так, что я беру? Я беру полегче. Ну, пусть бери меня. Картошку. Все, на выход. К собакам нашим. Да ничего, я... Заезжаем в имение. Наша а где Буч? А говорю, едем к нашим любимым собачкам, серый такой, и к коту лысому. Такой влепил, блин, короче. Ты представляешь? Выпускаем, Буч, привет, дорогой, привет, мой хороший. Тебя хозяюшка сразу выпускать, да? А ты коробки мои забрал? Ну нет, не знаю. А может ты отлипнешь от телефона? Может ты отлипну, да, Буч? Буч, а где Баречка? Где твой сосиска? Сосиска. А? Ты как дама с псом. Есть дама с собачкой, а ты с псом. Слушай, а картошка у меня еще какая в этом. Какая дама такая и собачка. Да. Картошечка еще горячая, я ее в полотенечко, кстати, заверну. Надо вытереть. Хорошо. Ветер, это порука просто неподходящая. Ты хороший. Мы где будем? На улице. Хорошо, на улице. Вроде ветра нету, да? Красиво, как красиво. Все уже цветет. Ты видела красиво. Мой цветок? У меня все вот подпишись. Смотрю на него как раз. Буч, Буч. Буч. Ой, это Баречка. Где? А, вот этот? Не пахнет. Почему? А серый быстренько к воде побежал.
Почему я не удивлена? Буч, где Сережка? Где Сережка? Ищи Сережку. Ищи. Барочку. Ой, Хекалкин, Хекалкин. Ой. Тихо. Всем тихо. Ты что, Буч, так на меня отреагировал? Мне аж страшно стало. Бари, нельзя. Баречка, ну нельзя шкодничать, по пакетикам лазить. Стол накрывается. Гриль, кстати, жарится на электрогриле. Сейчас вам покажу, как. Сейчас компот достану. Вот так. Компотик. Сейчас покажу вам электрогриль какой. О, это серый жужжит уже на точилке. Ой, все, собрались. Жорик президент, наш бывший. Вот такие вот кусочки мяса. А вот здесь они уже там, вон они жарятся. Вкусно будет. А вот такую электроточилку я, кстати, тоже первый раз вижу. Я теперь понимаю, почему она такая дохленькая. Почему? А чтобы, если она даст большие обороты, она будет сжигать лезвие. То есть надо постепенно, да? А во главе царевич, королевич, Буч. Ты моя прелесть, ты знаешь, что ты Буч? Знает мальчик. Что там, еще не... А долго оно вот так не готово? Ой, смотри, мигает уже зелененькое. Кыц, а не жужжи чуть-чуть, а? Это не я жужжу. Ну. Пошла. А, это первое. Вот ну, так ты же хочешь такое? Я или... желтенькая заберу. А, видите, тут, короче, вот это индикатор, я так понимаю, готовки мяса. А, медиум, да? Степень приготовления, вот, да. Степень прожарки. Прожарки. Ну вот, я же говорю, медиум или как там еще? Рэр. Это кровь. Ага. Потом медиум. Это без крови, но такое оно, Рейка. Живое, да? Ага. Вот. И не помню, кровь, по-моему, это крайняя прожарка такая. А мы в прошлый раз ели какое? А я вот не помню. Не помнишь? Ну ладно. Электрогриль – это тема. Смотри, желтенькое, такое, как ты хочешь. Да. Вот так, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, красота. А то можно дальше теперь, да? Офигеть. Да, вам до оранжевого вообще. Ага. Зажарю. Там тарелочки лежат уже. Как я их потом определила? Да, я поняла. Не, я имею в виду, мы ж 4 отнесли на улицу. Давай ну ладно. Посмотрим, что там внутри. Давай, режь. Сережка же поточил ножик. Она. Ага, вот я оно. Люблю, когда вот этот сырой краешек. Ну, то есть оно без крови, но такое, да, получается? Да. А если телятина, она вообще вот прям сочится кровь. Если свеженькая и знаешь, что хорошо все с этой свиньей кормили, там хорошо. Сереж, хорош жужжать. Нельзя. Ну я рассказываю, ты жужжу и жужжу. Даже собака мне рекомендуется ждать. И этот. Оно там тоже горячее? Оно теплое. Конечно, оно же прожаривается. Все. Не, оно тепленькое. В середине? Ну, да. Без крови. Ну, видишь, она без крови, но оно отличается по цвету. Видишь, как? Горячий сыр не бывает. Такое. Подсолить не забудь. Нюта, кстати, рассказала, что она где-то вычитала, что на гриль мясо солить нельзя изначально. Ну, оно лучше, вкуснее, когда меньше уже... Меньше сока выделяется. Меньше, да, выделяется больше сочный, да, получается. Солить уже, когда готово. Достали, посолили, поперчили. Ну, сырые жрут тоже такое? Шашлыками, наверное, нет. Шашлык бы... Шашлыки же на огне готовятся, это немного другое. На жару. То есть просто температура и все. Здесь эффект пресса, а там, мне кажется, несколько иначе. Ну да. Какое же давление этого пресса? Ну какое есть? Не загоняю. Красиво тебя накрутили. Мне нравится, да, красиво. Нюта пришла накрученная? Да, пришла накрученная. Видели, что мне написано?
секс, наркотики и корвалол. Как? Все? Да, все правильно. Пойдем. Написано. Идем. Все. Следить за мясом. Ну ты следи, а мы пойдем. Я с вами там дружу. Ты следи, а мы пойдем. Не, я с Нют, я с тобой, я солидарна. Вот гады. Ну ладно. Тащи сюда. Сейчас принесу.